Бра. Ну чё, народ, погнали нахуй. Вот, в общем, да, и вышла, наконец, долгожданная, блядь, игрушка, которую ждали 12 лет. И эта игрушка посылает нахер все эти, блядь, продолжения, которые всем так не нравились. Одно только не ясно, какого хрена здесь куча отсылок к этим продолжениям. Тут вам и Кранч, который всех раздражает своей тупостью. Тут вам и близнецы, тут вам и еще там кто-то был, уж не помню, из какой-то части. Самое замечательное в том, что из боссов использовали только самых таких простых и заезженных, грубо говоря. Ну, зато не забыли удалить персонажи моего любимого персонажа. Это уже минус. Первый минус игры в том, что она отрицает все продолжения. Второй минус игры то, что она вычеркивает Нину Кортекс, причем да, вычеркивает в таком ключе, что даже нет упоминаний про нее. Блять, да сколько тут этой хреномути читать? Ёптудей. Вот. Потом она еще мега хардкорная, то есть я уже насчитал кучу минусов. Опять? Рили? Да ну нахер. А главное, в предыдущей игре какой-то гоночки, казалось бы, да? Нине посвятили целое гран-при. А здесь ее как будто просто никогда не существовало. Бинокс, помоги. No. Короче, я видел геймплей, и я понимаю, что я старое днище, и вообще у меня реакция как у трактора, поэтому я возьму для нубов современный. Даже написано «рекомендуется». Потому что это жесть. Ладно, поехали. Проснись и пой, дебил тупой. Хорошо, ладно. Допустим, предположим. Кто? Энтропик? Энтропик, блядь. Он сейчас обосрется. По-любому. Тепленку отложит. Нихуя он полошел. Ну правильно, очко проделал. Ебать, ну ты гнусь. Нахуй такая маска нужна, блядь. Заебет нахуй, покоя никакого от нее не будет, блядь. На нахуй, гитару снял, блядь. Мне очень жаль гитару. Это ж, блядь, этот Future Frenzy из третьей части. Ну-ка, чё по телеку? О, заебок. Первого краша показывает. Отсылочки. Прям со старта. Бля, я слышал, там какую-то ачивку должны были давать за эту хрень. Ну ладно. О! Эль Бандикутаро! Найс. Да, вот, точно, забыл. Спайра. В каждом гребаном, блядь, углу этот злоебучий дракон, блядь. Конечно, кто же еще может быть, если игру делали создатели Спайра? Побухать не дают. Так, тут написано Кранч. Ну, естественно, куда же без него. Так, ну ладно, погнали. Блядь, что-то как, по-моему, туго у меня джойстик срабатывает. Блядь, шляпу, мне нравилась шляпа, сука, блядь, отняли. О, крабы. Привет, первая часть. На, нахуй. Даблкил, ебать. Так, не, ну нахуй, пизду этот джойстик, ой, блядь. Так, ну это, черт, похож так, ну-ка. О, теперь норм. Гандон. О, ящик был заныкан, нихера себе. Иди сюда, псина. Да, ладно. Хорошо. О, опять отсылочка к первой. Это уже тоже к первой части. Интересно, а что за зеленые каки там, блядь? Так, ладно. Это что за хуйня тут себе? Пошел нахуй. Да, камон, блядь. Как будто я не знаю, что с ними делать. Страх, нахуй. Ну такой себе взрыв средненький. Да иди ты в пизду, я тут любуюсь округой нахуй. Да, с музончиком ребят не заморачивались. Прямо один в один из первой части.
Это что за уёбок? The fuck are you looking at? Ну, блядь, ну и рожу тебе, чел. Блядь, то есть это прям первая часть, один в один. Так, а тут пошел этот самый, Тинни Темпл, да? Ой, Тигр Темпл из гонок. Чё ты хочешь? Шипа шутан нахуй, говнюк. Блядь, чё ты такой резкий, нахуй? Я не хотел разбивать этот ящик ебучий. Сейчас они будут проваливаться по-любому. Нет? Чё-то как-то нехардово. Да, блядь, я уже 10 раз от 2 минут прошел, что сегодня сделал. Это ещё что за гопота местная, нахуй? Семена есть? Ой, бля, вот это вот сейчас будет жопа, нахуй, я чую. Бля, ящик проебал. Ой, ну хуй с ним, ладно. Это был чекпоинт или что, я не понял. А, не обязательно крутиться, можно так тупо просто напролом. Неплохо. Найс. Ну окей, ладно, оп. Опа, опа, хоп. Даблкил на захвата. Такая хуйня будет сейчас точно проваливаться. Ну, конечно. Сказуем, ну ладно. Допустим. О! Так, ну на первом уровне он должен быть легкий, я думаю. Я не залажаю. Не должен залажать. Ой, ёб твою мать. Нихуя себе. Сука, да крэш стал таким прыгучим. Чё там? Ха-ха-ха, отсылка к Тавне из первой части. Как это, блядь, мило. Зачем ему подушка с Тавной? Какой-то озабоченный бандикут, по-моему, не? Е-бой. Все, я терминатор, на. Ну хорошо, хоть это... Я чё, она такая стрёмная какая-то, красная, блядь. Ну чё там, мука-уку надел на себя, блядь. Ой, бля, сейчас будет жопа какая-то по-любому. В смысле? А, бля, у меня аж маска, ебать. О, три гемки собрал, ну я красавчик. Я только начал, уже гема начал херачить. Так. Бля, ну это ебало, я помню из первой части, нам. Пиздец, бля, бесячая хрень. Единственный плюс, что в первой части не было двойного прыжка и подката, блядь. Так что здесь... Ай, блядь, ебаться. А, не, нормально. Тащим. Ай, нахуя надо проще нужно тогда спрашивать, да? А, тут еще ж где-то скрытый должен быть, по идее, ну. Хе-хе, бой! Прям с первого раза, ну. Да я вообще мастер, слушай. А, хуй наны. Н уязвимый. А, ну вот скрыто я не нашел. Окей. А, можно открыть крэша петуха? Крэш петух, блядь. Ай, нахуй. Ладно. Ладно, погнали дальше. Пик энтузиазма. Да, переводчики, конечно, жгут. Блять, ты чё, нахуй, после трилогии так очковать от какой-то пещеры? Ой, блять, веревки ебаные, ненавижу, нахуй. По-любому, блять, обосрочь. Ябада-баду! Не, нормально. Ну, опять какой-то хуеплёт, нахуй, с дубиной. Объебало, не хочешь получить, козел? Ну что ты псина, блядь. Да куда ты пополз-то, алло? Сука. Дубина ебаная. А ты хуй знает на что похоже, блядь. Хуя себе, это типа шипы. Блядь, какой ты сука повалившийся нахуй. Все, блядь, терминирован, пидор. Опа. Тут, наверное, надо все яблоки как бы типа собрать. Типа это важно. За них камушки дают. Блять. Чуть не срал на. Бам. А что там, яблоки дали за чекпоинт? Каких-то пор. А нахуя крутиться на месте, интересно. Это дурацкий совет, блядь. О, ящик какой-то битый, блядь.
Блять. Чуть не получил, поебал. Оп. Нихуя ты что такой, блять, резкий, как понос. Блять, ну это чекпоинт много, это хорошо. Это я вечно лажаю. На нахуй. Давай, петушара, блядь. Так, а вот это что за прикол? Типа маска такая, хрень такую должна делать. Ой, блядь. Черепа везде, блядь. Воду, хуюду, блядь. Как я скучал, блядь. Ага. Блядь, два яблока проёб. Так, ну неплохо для старого пердуна, который забыл, как играть вообще. Ну, хоть ящики все разбил, уже кое-что. Бэм. Плюс один. Блин, какая-то стрёмная эта шляпа, мне прям не нравится. Пизда. Я ведь знал, что она сейчас исчезнет. Ну вот нахуя я так сделал? Я перенервничал. Оп, оп, блядь, ну это просто было, пиздец. Как ты так облажался? Вот я на простоте уже облажался. Все, нахуй, никаких наград не дадут теперь, я проиграл. Что там нарисовано? Непонятная хуйня. Влево, лево, вниз, влево, лево, я пизду, короче. О, не, я пошел отсюда, ну нахуй. Не хочу туда идти. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Бля, они так быстро переключаются. Что-то мне подсказывает, что-то не так. Да, с... Блять. Как это вышло, блядь? Я думал, что я точно рассчитал маневр. Надо взять эту хиромантию, блядь, по-любому. С помощью нее можно будет переключать. И тогда я все соберу. Я буду красавчиком. Я не знаю, кто кому из вас больше не понравился. Эй, я ящики хотел собрать, слышь, алло. Куда вы упали, козлы? Маска не вкуривает, нахуй, что происходит? Ох, ебать. Это старший брат? У Крэша такая эрекция на носу, блядь. Так, ладно, это все очень мило, но пора съебывать. Ой, блядь. Камушек! Ебой. Сейчас я за этот камушек пизды получу, наверное. Блядь, какой ты суперсердитый чувак, иди нахуй. А, я еще что-то могу. Ненавижу вот эти... Блять, эта волна убивает? Я думал... Ай, ёптудей. Ну, я просто испугался, я, блядь, хотел ее припрыгнуть. Но... А, она не убивает, она глушит, блядь. Ну, в принципе, тут это смерти подобное, если тебя оглушило. Беги, мазафака. А, чекпоинт пропустил. Не. Пиздец, второй уровень, я уже 4 раза впарал его. Лошара, блядь. Какой же я дон. Не, ну прыгать на веревку вперед, это гениальное вообще решение. Разработчики, вы че, блядь, упоролись? Ну, естественно, блядь. Так быстро он бы не отстал. Да, ёптудей. Вообще, для злодейской твари он какой-то медленный. Серьезно? Блять, жадность фрая разгубила. Надо было нахуй поставить эти ящики. Пиздец. Ну давай, блядь, еще раз 10 наебнись с этой веревки, придурок. Блять, он донный, на самом деле этот чувак донный. От него вот убежать легко. Он медленный, как пиздец. Но я не понимаю, почему я так туплю. Да! Ни хрена себе, сквозь них проскочил. 6 ящиков не разбил, блять, говна кусок. Эй, ладно, пусть. Да завали, на.
Джеронимо! А, вот этот пиздюшка сидит. Я думаю, где Коко, блядь? Face of table. Снимите его. О, да. В этом весь желтый. Эмбрион, блядь. Короче, я понял, кто главный злодей, бля. Кортекс, тут какой-то нуб. Серега, мне стыдно за тебя. А куда... А, вот дальше. Бамс, нахуй. Очко порвалось. Куда мы? О, Русланд, ёпт. Ну, вы поняли, да? Русланд. Бинокс, Бинокс. Как ты мог?